судя по тому, что здесь еще что-то строится, глубу этого поставили не так давно, что внутри идет еще строительство. Хотя это может быть и реконструкция. Надо будет в интернете посмотреть. Один колокольчик стоит 500 бат. На наши рубли это 1000 рублей. Ага, походу здесь делается так. Эти колокольчики продаются у входа. На этих лепестках, кто-то пишет свое имя, кто-то пишет пожелания, и потом вешают сюда. Чтобы Будда, типа, их хранил или охранял. И семью, здоровье. Вот оттуда мы пришли. Там нас ждет наш тук-тук. Это с этого ракурса Будда. Ну, свалить его будет сложно. Какой-то он золотой. Два из двух. Или белый, или золотой. О! Вот что тут еще есть. Да, явно на стадии или же строительства, или реконструкции. Пойдем дальше. Не знаю, прикольно ли смотреть такие ценные